Иди ко мне, бедная пташка, все будет хорошо, ты со мной, со мной. В чем дело? Пожалуйста, я пытаюсь уснуть. О, прошу прощения, Соня, а я пытаюсь сбежать. Сбежать? Зачем? Классная клетка. Клетка. О, чем я думала? Разве может домашний питомец это понять? Питомец? Ты назвала меня питомцем? Чтоб ты знала, я не питомец, я компаньон. И знаешь что? Делай, что хочешь, потому что завтра утром Линда придет за мной, и весь этот кошмар закончится. Невероятно! Значит, тебе лучше быть с человеком, чем со своими? Точно. Именно человек дарил мне любовь целых 15 лет, а свои пытались задушить меня первые же 15 секунд. А лично я из-за людей потеряла все. Им нельзя доверять. Неправда. Людям можно доверять. Жемчужинка? Жемчужинка? Спасибо, что составила мне компанию. Я часто один ем. О, конечно же, из-за работы. Я думала, я поверну туда птицу, пока не встретила тебя. Да. А у тебя есть любимая птица? По-моему, очевидно, что я поклонница синих ав. Это понятно. Очень симпатичные птички. В них меня больше всего привлекает интеллект. Яркие перья – это не самое главное. Я тебя понимаю. Я в восторге от пятнистой совы. Меня просто завораживают их огромные, круглые, умные глаза. Прекрасно! Куриные сердечки. Куриные сердечки. Боже. Алло. Она сунула ее мне под нос.